Доброго времени суток, мои шладенькие ютубные пирожочки! Приветствую на канале Йолотюб! В данном ролике по Genshin Impact я покажу свой короткий маршрут фарма артефактов первого и второго уровня в Лиюэ и немного в Инозуме. А еще я расскажу, зачем фармить такие артефакты. Мой маршрут фарма занимает около 15-20 минут. В течение этого времени можно собрать 50-70 артефактов первого и второго уровня, ну как повезет, а также получить немного моры и других полезных ресурсов, которые попадаются на пути. Пробегать маршрут можно один раз в день, за это время большинство точек успевает восстановиться. Монстров на пути попадается немного, в некоторых точках их совсем нет, а где есть, там их можно пробежать без боя. Зачем я фармлю артефакты низкого уровня? Ну, думаю, что никто не станет спорить с тем, что артефакты в Геншине крайне важны. Без хороших артефактов персонажи не смогут наносить достаточно урона, чтобы успешно проходить высокоуровневый контент. На фарм артефактов высокого уровня тратится смола, которой у нас ограниченное небольшое количество. Лишь малое число игроков пополняет запасы смолы с помощью донатов, но хорошие артефакты получить хочется всем. Я, будучи почти фри-ту-плей игроком, нашла для себя способ ускорить получение раскачанных пятизвездочных артефактов. Для этого я каждый день фармлю низкоуровневые арты в открытом мире и трачу их на прокачку пятизвездочных артефактов. Плохие пятизвездочные арты я не стачиваю, а перерабатываю с помощью алхимической функции «Мистическое подношение». Это позволяет мне получать дополнительные легендарные артефакты без траты лишней смолы и прокачивать их без каких-либо проблем. Итак, начинаем проходить маршрут. Сначала двигаться будем по часовой стрелке. Следите за мной по карте. Телепортируемся в северную часть Лиюэ. Если вам нужны колокольчики, диковины Лиюэ, можете раз в два дня собирать их, слетев направо. Затем бежим к лагерю похитителей сокровищ, он находится левее. Разбираемся с противниками, либо оббегаем их. Собираем артефакты в трех точках. Две из них расположены в одной палатке и еще одна во второй. После этого движемся в обратном направлении. Собираем колокольчик на скале, если он вам нужен. У подножия скалы также ежедневно можно забирать два яйца, которые пригодятся для приготовления яичницы для воскрешения. В затопленных повозках собираем артефакты в двух точках. Отправляемся на следующий телепорт, который находится справа ниже. Чтобы не драться с детенышем Геавишапа, бежим вплотную к левой стене. В первой повозке нас ждут артефакты, а в куче досок немного моры и два яйца. Затем по стеночке двигаемся вдоль побережья к небольшому рыбацкому поселению. Убиваем или пробегаем мага Фатуи рядом с домом. В колодце берем мору, у столба артефакты. Можно также получить куски сырого мяса из кабанчиков. В этом месте часто срабатывают случайные события, которые дают немного моры, руды и очков дружбы. Советую не игнорировать их, потому что ресурсы лишними не бывают.
Бежим ближе к воде и забираем артефакт из лодки. В бочке можно взять овощи для готовки. Затем двигаемся к деревянному пирсу, и в бочках нас будут ожидать еще артефакты. Спрыгиваем в воду прямо с бочек и берем рыбу. Рыба – довольно редкий ресурс для готовки. Если собирать ее попутно каждый день, очень скоро у вас накопится запас. У меня постоянно есть примерно 400-500 рыбы, и этого хватает. Далее бежим к тайнику в горе. Он скрыт за кустами, будьте внимательны. Можете поставить на карте метку на память, однако очень скоро вы запомните это место. В тайнике находится целая куча артефактов. Иногда они заваливаются за бочки. Проверьте, все ли вы собрали перед тем, как телепортироваться. Продолжаем движение по часовой стрелке. Телепортируемся ближе к пляжу. Бежим от точки телепортации направо, поднимаемся по дорожке. Убиваем двух хиличурлов рядом с повозкой. Собираем артефакты прямо здесь, а также в бочке, которая находится рядом со скалой. Движемся в направлении берега и подбираем все мерцающие точки. Там попадаются овощи, мора и артефакты. Когда все собрали, можем телепортироваться на следующую точку. Отправляемся дальше по часовой стрелке. Бежим прямо к домику и собираем три точки с артефактами. По пути попадается также руда. Дальше по дорожке можно собрать еще две точки с морой и одну с артефактами. Но если очень лень или некогда, можете просто забить. Хиличурлов выпиливаем или пробегаем. Затем возвращаемся к точке телепортации и движемся в противоположном направлении. На пути выносим стадо электрослаймов с предводителем. Получаем с них немного мора и слизи. На подходе к лагерю похитителей сокровищ можно собрать ягоды и заоблачный перчик. В лагере есть две точки с артефактами – в палатке и в ящиках. Все собрали? Тогда телепортируемся к следующей точке. Возле дома в вазах собираем артефакты. Затем быстрый телепорт, на этот раз на вершину горы. Спрыгиваем и летим прямо, спускаясь к навесу с соломенной крышей. Собираем две точки с артефактами. Одна в ящиках и одна рядом с костром. Спрыгиваем с моста, облетаем гору, либо собираем два колокольчика, либо просто двигаемся прямо.
Внизу нас ожидает еще одна точка с артефактами рядом с рыбой, а также кусты с перчиком. Следующая остановка на нашем путешествии – это постоялый двор Ваншу. Спрыгиваем с балкона и летим немного левее. Рядом с кустом шелковицы собираем артефакты. После этого бежим на причал. Там можно набрать овощи, руду и, конечно, парочку артефактов. Продолжаем движение направо, телепортируемся к воде и плывем от пункта телепортации к палатке. В палатке очень много артефактов, собираем все. Теперь наш путь лежит на север. Там всего одна точка, которую можно и пропустить, если вам лень или некогда. Но рядом имеются овощи, фрукты и руда. Предпоследняя остановка на пути – это деревня Ценце. Первая точка находится в домике у бабули. Рядом можно пофармить бамбук для чайника. Перебираемся через забор, бежим через мост и собираем артефакты рядом со столиками. Движемся по дорожке, справа возле домика забираем еще артефакты. Также в этом месте можно пофармить ягоды для параметрического преобразователя. Еще здесь растет множество заоблачного перчика. Последняя телепортация ведет нас на Драконий хребет к пещере Звездного сияния. Наш путь лежит вниз через круглое отверстие, затем направо. Пробираемся под плитой и лутаем наши заслуженные артефакты из шкафов. Вуаля, мы восхитительны! За один такой забег удается собрать 50-70 артефактов, иногда больше, а также немного моры и дополнительные ресурсы. Если этого мало, можно сходить в Инозуму. Я пока нашла всего несколько точек, у меня не слишком много времени на фарм, но вот что мне удалось обнаружить, возможно, вам поможет. Первая точка находится рядом с пушкой, которую вы наверняка проходили по квесту. Там три артефакта. Вторая в лагере похитителей сокровищ рядом с местом для рыбалки у затонувших кораблей. Thank you.
Третья – на островке с подземельем, на горе под горой и на возвышенности. Кстати, если разбить на этом острове все горшки и выпилить появившегося самурая, можно получить роскошный сундук. Еще одна точка есть рядом с местом телепортации в кошачьем храме. Поищите артефакты в корнях деревьев. А на этом у меня все. Ссылку на карту я помещу в описании к этому ролику. Если что-то непонятно, спрашивайте. Если знаете какие-то другие точки рядом с телепортами, которые можно быстро залутать, пишите в комментариях. Я уже привыкла бегать по этому маршруту и трачу около 15 минут в день перед работой. На мой взгляд, собирать артефакты 1 и 2 уровня полезно любому фри-то-плей игроку. Это помогает экономить смолу и быстрее прокачивать высокоуровневые артефакты. Спасибо вам, что досмотрели этот ролик до конца. Благодарю вас за внимание и поддержку. Удачной вам игры и пока-пока!